Все студенты будут получать 50 тысяч тенге, это стипендия. Плюс отдельно иногородним студентам, вот те, которые приехали в Алмату или с Алматы в Актюбе поехали, те иногородние плюс 100 евро, это 50 тысяч тенге, будут получать для квартиры. Обратите внимание, сейчас стипендии получают те студенты, которые прошли по системе гранта, а остальные стипендии не получают. В частных вузах стипендии тоже не платят. Мы говорим, что все студенты, 1 миллион 200 тысяч человек, из которых почти половина учатся в среднеспециальных заведениях, половина учатся в высших учебных заведениях, государство будет выплачивать всем стипендии, чтобы студенты, учась что в частных учебных заведениях или в государственных, получили сумму 50 тысяч тенге и каким-то образом решали вопросы своей жизнедеятельности.